В Оборске продолжает действовать режим повышенной готовности. Что это за режим и сколько его действия необходимо вот сейчас? На самом деле все верно. Режим повышенной готовности у нас сейчас действует. У нас погодным условиям понижение температуры. Сильно в связи с этим мы предупреждаем население, предупреждаем объекты города, социально значимые объекты, что у нас погодные условия могут привести к каким-то происшествиям, чрезвычайным ситуациям.